Всем привет, друзья! Вы на канале Мир и Мир, и сегодня, по заказу многих моих горячих фанатов, я буду играть на классическом SkyWars. Ну что ж, мы приступаем к игре. Для начала мы спавнимся с яйцом крипера, не знаю, зачем я вообще выбрал этот режимчик, ну пускай, ладно. Уже назад игру не прокрутишь. Поэтому сейчас мы быстренько возьмем все предметы и будем быстро лутать все другие игры. Короче говоря, сундуки. Сейчас мы быстренько все залутаемся и уже пойдем, скажем, на центр. Так, для начала мы построимся. О, а я это не заметил. Прикольно, ребят. Не заметить такой нескрытый сундук, это, конечно, не очень, да. Ладно, но сейчас мы построимся вон на тот остров. Вон тот чувак вообще странно. Он не хочет играть, видимо, ну ладно. Ух ты, оттуда яйца кидают. Сейчас мы ему снежков кинем, потому что у меня есть снежки. Ах, не попал. Ладно. Хватит уже сидеть на одном месте, но я боюсь, потому что там, вот там и вон там вот люди с яйцами. Короче говоря, у них, ай, ну вот меня скинули. Придется заново начинать игру. Я же говорил, надо было подождать, пока их убьют. Хорошо, начну еще одну игру. Это был мой первый SkyWars в жизни. Вот мы уже на новой карте, сейчас мы тут быстренько залутаемся. Выбрал какой-то новенький режимчик, крутой. Тут зелье регенерации силы, это вообще. Да, не то, что тут раньше с каким-то обычным взрывным яйцом крипера. Это, конечно, да. Ну... Наверное, буду ходить с этим все-таки, как это называется, режимчиком. Потому что он мне все-таки понравился, да. Сейчас мы это выкинем, это вот сюда поставим. Ну и уже, наверное, куда-то пойдем. С такой вот ужасной броней. Мне кажется, мы кого-нибудь все равно сможем завалить. Поэтому мы сейчас построимся, вот, скорее всего, вон на тот остров. Пока вот, да, вокруг меня нету чуваков других. Это хорошо, потому что они все время кидаются своими яйцами, снежками, стрелами. И, короче говоря, не получается дойти даже до одного соседнего острова. Ну, а сейчас тут как-то все чисто, ни одного игрока нету рядом со мной. У меня, кстати, есть, кстати, лук. Это тоже очень хорошо. И 10 стрел. Ну и ладно, мы сейчас... Не надо было так полностью прям застраивать. Можно же было просто прыгнуть. Ну и хорошо. Сейчас мы этого чувака скинем, или он меня убьет. Ну, короче говоря, что это такое? Мне не везет второй раз. Это наша уже третья игра. Вон там красивенькие шарики, кстати, летают. Я вроде бы залутал все эти сундуки. Осталось уже 7 игроков. Да чё они так быстро умирают? Сейчас мы, наверное, построимся вот до того острова, хотя там есть игрок. Ну ладно, он меня вроде бы не увидит. Поэтому быстрее постараемся построиться и уже будем кого-нибудь атаковать. Я даже не успеваю нормально выйти со своей базы. Ну ничего страшного. Сейчас, наверное, в четвертой игре хотя бы нам повезет. Так, ребят, это уже моя четвертая игра вроде бы. Я здесь вот этого чувака, давайте попробуем убить. Хотя, а не, он еще не умер. Вот живучий, конечно. Таких еще поищи. Ладно, мы сейчас попробуем... этого чувака как-нибудь вот так обмануть. И попробуем его... А, не, он... Это что за... У него меч, по крайней мере, круче, чем у меня. Поэтому надо валить от него. Да, ребят. И опять меня побеждают. Хорошо. Я попробую, скажем, использую свою последнюю стратегию. Потому что все эти стратегии, они не работают просто-напросто. Мы сейчас возьмем, наверное, вот какой-нибудь... А, рандомный возьму. И сейчас мы попробуем использовать мою секретную стратегию. Мы... Возьмем просто и построим какой-нибудь здесь что-то вроде дома. И тогда уже никто нас не сможет убить. Мы будем тупо выживать вот так вот. Короче, здесь. И... Но для начала мы убьем вон того игрока. Не хочет он умирать, понимаете. На shift еще и встал, ладно. Хорошо, пойдем полутаем вон те предметы. Надо быть аккуратным, потому что они со спины любят, конечно, убивать. Ха. Думает, что от меня так можно защититься. Ну хорошо, сделаем его самое первое убийство в Бэтварсе. Получай, чувак! Да что ты? Что это такое? Мне не везет опять. Ладно, шестая игра уже, наверное. И мы попробуем сделать уже нормально. Короче говоря, попробуем играть как-то нестандартно, как никто не играет, чтобы выиграть. Осталось 2-1 секунда, и мы быстренько залутаем сундучки. Правда, интернет чуть багает, из-за этого очень неудобно. Но все равно интернет нормально работает, как бы играть можно. Сейчас мы возьмем, залутаем все эти предметы, оденем броню и... Чё-то доски не берутся. Мне нужна сейчас железная кирка. Вот, и отлично, железная кирка есть. Мы возьмем вот этот золотой меч, так это что? Это острота, вау. Ну, острота 2 всего лишь, так что... Мне кажется, у этого урона будет больше, да, все-таки у этого урон 6. Поэтому мы возьмем вот это вот. И... Также сейчас мы покопаем алмазов, и, наверное, лучше скрафтим себе все-таки алмазный меч, потому что алмазный меч — это сила. И потом уже пойдем на других игроков. Почему с некоторых падает даже 4? Ну, это, конечно, странно, но все же да. Мы сейчас скрафтим палки себе и быстренько алмазный меч. Тут даже нету рецептов книги.
точнее рецептов в этом SkyWars. Ну ладно. Все, пошли строиться, скажем, на какую-нибудь команду и кого-нибудь уже атаковать. Вон, скажем, вон на тот остров пока построимся. Вроде бы никого тут нет, кто бы нас подкараулил и скинул яйцом, поэтому это очень хорошо. Не знаю, как можно использовать здесь зелье вот этого пузырек опыта, потому что там есть, как это называется, короче говоря, которые зачарованы, ну, где можно чарить, они только на центре. А на центре всегда куча игроков, и поэтому только попробуй ты там что-нибудь почарить, тебя сразу убьют. Так что я не люблю вообще эти зелья, они мне кажутся бесполезными. Хорошо, мы сейчас попробуем разобраться с тем игроком, потому что у меня нет никаких, скажем, таких вот дальних оружий, только ближний меч и, короче говоря, да, это как-то плачевно. Поэтому мы пойдем сейчас и его завалим с меча. Я хорошо владею холодными оружиями, но с паркурами у меня, конечно, слабости. Так что один игрок победил, я был близок к победе, но все же... Попробуем последний SkyWars. И на этот раз будем играть очень аккуратно. Ребят, я на этот раз в последний раз попал на какой-то диско-мод. Не знаю, что это вообще такое, потому что я играю в BetWars. Только сегодня начал. Вообще, я люблю BetWars, а не SkyWars. Но, как вы хотели, фанаты, я и решил поиграть вот на этом режимчике. Там, фух, это всего лишь диско какое-то. Я-то думал, какой-то динамит. Ну, хорошо. Теперь буду знать, что такое диско-мод. Это что-то вроде особенного режима. Как бы да. Пишите, если вы знаете, что это вообще такое. Ну, а я пока что приведу в порядок свой инвентарь, и у меня нет железной кирки, поэтому не смогу вскопать алмаз, да. Лучше всего я бы брал режим с железной киркой в старте, потому что так я смогу скопать алмазы и уже там все, короче, хорошо сделать. Ну, а так я не могу даже нормально добыть алмазы, чтобы скрафтить себе железный меч. Хорошо, сейчас мы попробуем использовать свое яйцо крипера. Что это вообще такое? Сейчас подойдем быстренько к какому-нибудь игроку, вон, скажем, к тому. Ой, он злой вообще. Он чешуниц каких-то своих спавнит. И как он мне столько хп украл. Так, сейчас мы съедим яблочко, потому что какая-то у нас плохая ситуация, если честно. Вон там еще... Это тот же самый игрок вредно по мне стреляет. Мы попробуем его как-нибудь обхитрить. Скажем, возьмем яйцо крипера, и когда он подойдет ко мне, мы его взорвем. Да, бежим. Бежим, ребят. Он меня сейчас реально убьет. Это будет очень нехорошо проигрывать. Все SkyWars подряд. Это не круто, согласитесь же, ребят. Так, он идет. Он, вот этот вредный игрок, он меня сейчас реально убьет, ребят. У меня вообще мало хп осталось. Так, мы сейчас возьмем меч и будем от него стараться убежать, потому что иначе он меня просто-напросто возьмет и убьет. И все. Я проиграл последний мой SkyWars. Ладно. Я не профессионал в SkyWars, я вообще не знаю, как здесь играть, даже когда я играю со всеми своими PvP-трюками, они почему-то не... Ах, ладно. Я сейчас еще потренируюсь в SkyWars и в следующий раз выпущу нормальную серию, где я буду уже про игроком. Ну а на этом все, ребят. Спасибо за внимание и всем пока.